Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 января, 7 утра, и я сейчас, как всегда, быстро пройдусь по вашим вопросам, потому что я вот сейчас выложила видео, как вчера сеяла перец, что подогревать буду на этом, на теплом, кусок теплого пола. Очень много комментариев, я сейчас соберу все в кучку, и чтобы было более понятно, у меня тоже нынче проблема. Я уже говорила, живу в частном доме, и вот эти продолжительные холода были, плохие всходы. И про электрогрелки, про одеяло сейчас обо всем поговорим, потому что много дельных советов, которые кому-то пригодятся. Так, вот пишут, льем, узнал много опаливов, увидел свои сорта, которые сажаю, ласточка и венти. Да, это вот такие как раз ранние хорошие сорта. Наталья Чернявская спрашивает вот о вчерашнем посеве перца моего. У вас парники отапливаются? У меня вообще простые поликарбонатовые теплицы, и они не отапливаемые, конечно, потому что у кого-то есть греющие кабели, у кого-то что. Но на время вот весенней вот такой ранней высадки мы вот в прошлом году подвесили инфракрасные обогреватели, которые, опять же, временно включаем на период заморозков. Это короткие периоды, бывает 2-3 дня, а потом опять тепло. Ну, это и на крайний случай, они все равно там висят. Но вообще стационарно они не обогреваемые. Я говорю, у кого-то есть там проведено прям отопление, водяные трубы, у кого-то зарыт кабель. Вот этих устройств у нас ничего нет. Я, конечно, мечтаю какой-то греющий кабель, может быть, проложить, но ума у меня не хватает, я не понимаю в этом ничего. Вот хочу потом спросить у человека, который это делал, он живет далеко, правда, в Одноклассниках тоже познакомились, может быть, сделаю. Пока вот так вот, или ветродуйка, или вот обогреватель включаем. В прошлом году купила газовый обогреватель, он мне очень не понравился, неэкономично. Я обо всех обогревателях вам расскажу, вот в течение этой недели постараюсь, потому что это очень важно. Я во время своих вот этих вот многолетних опытов всякие пробовала. У меня есть и вот эта рыбацкая, мужа маленькая газовая, и большую газовую в том году купила за 7 тысяч. Не оправдывает эта стоимость, мне не понравилось. Инфракрасные и ветродуйка, то есть тепловая пушка. У меня есть, все стоит в сарае. Но вот что применять? Каждому, конечно, свое, наверное, нравится. Я расскажу вам, что нравится мне, но вообще теплицы необогреваемые. Вот опять про листья, вы их за один раз все стрижете. Про листья я сейчас пока не буду говорить, время занимать. Мы сейчас актуальные вопросы про посевы поговорим. До листьев мы дойдем чуть-чуть позже, потерпите. Так. Вот опять про посынкование, что по мере разрастания не понимаю, какую удалять. Я прям углублюсь потом, прям буду подробно все рассказывать. А сейчас давайте мы больше о посевах сосредоточимся на этой теме. Вот Светлана Гавриловна спрашивает к вчерашнему видео про последний посев перца. Насколько лампу включать? На всю ночь я купила фитолампу, на ней написано 7-8 часов оставлять без света для фотосинтеза. Я уже во многих видеороликах говорю, и у меня всегда один и тот же режим. На протяжении многих лет с 8 утра до 8 вечера. Везде написано, что 12 часов это достаточно. Получается, что 12 часов у них ночь, а 12 часов у них день. Но вообще там есть разные нюансы. Вот пишут, что если, например, чтобы хорошо взошли или там после пикировки нужно больше увеличивать. Я ничего не заморачиваюсь, потому что у меня стеллажей много, ламп много. Даже утром включить 30 ламп, и то это проблема, ходить, включать вот их. Я включаю в 8, все включаю, а в 8 вечера все выключаю. И все хорошо, не знаю, им хватает у меня света. Так. У нас вчера в тепличке 28 мини-фермы, пишет, было. Да, это вот про ту жару. У нас тоже такая жара уже в теплице. Хочу сегодня начать выносить. Пишет Любовь Королева, что о формировании томатов мне понятно стало только сейчас. Ну, потому что, знаете, обычно все рассказывают бегло так. А я в прошлом году взялась и прям 12 или 17 видеороликов о формировании томатов сняла. Я думаю, что после такого количества человека, который действительно хочет понять, он поймет. Вот пишет Евгения Михайловна. Спасибо. А где брать дерновую землю? В лесу? У нас зеленые. Я не поняла, что у нас зеленые, но леса у нас тоже зеленые. И как понять зеленые? Ну, не знаю я, как даже ответить на этот вопрос. Напишите подробнее, я вам отвечу. Вообще, про дерновую землю осенью снимала специально видео и показывала, где я ее добываю, дерновую землю и листовой перегной в лесу. Два видео в сентябре, по-моему.
Вот пишет Разида Растатурова. Второй год использую инфракрасную пленку с термостатом. Очень удобно. Выставил температуру и все, жди всходов. Перец выскакивает моментально. Это вот как раз про эту вот пленку инфракрасную, которую я купила. К сожалению, мы вчера так и не смогли ее подключить, потому что оказалось, дома нет проводов. Нам же дали только клеммы и вот эти заглушилочки там такие. Посеять-то я посеяла, а муж подключить не смог. Не хватило нам вот этого электроматериала. Сегодня купим, подключим. Ну, конечно, вот дальше тут будут писать про электрогрелки, про электроодеяло. Это намного удобнее, что они уже готовы, но я не нашла. Пишет Валентина Моисеева, где вы такие разделители приобрели, это вот про решеточку. Это все в садовых магазинах, а именно это производство нашего завода Бийского. Не знаю, может быть, в другие регионы не завозится такой товар. И эти лотки вот эти терракотового цвета, и вот эти разделители к этим лоткам, это все у нас в Бийске, компания Интерм по производству пластмассы. У нас, наверное, проще найти, но я такие разделители делаю из обыкновенных. Железные банки режу из-под кока-колы, из-под пива или сок. Сок внуку покупаем, потом я его разрезаю. Они фольгированные, вот это вот кордон фольгированный, очень такой плотный. Я из него делаю такие решетки сама. Просто меряю как надо, так, поперек, повдоль наставила и разделила. Очень удобно. Потом выбрасываешь. Так, тут опять про Ивана Русских у нас. Так. А вот Наталья Кузнецова интересно спрашивает, я не знаю, я даже улыбнулась. Скажите, пожалуйста, а нужно надкусывать кончик семечки? Это про замачивание семян огурцов, а то, говорят, не проклюнется. Ну, Наташа, вы представьте, я вот семена арбузов замачиваю и как на рассаду в большом количестве весной выращиваю для продажи. Вы представьте, это сколько мне сидеть надкусывать каждое семечко. Конечно, ничего не надкусываю, все прорастает прекрасно. Я единственное, что... У клещевины, вот когда клещевину раньше выращивала, я спиливала напильником, говорят, что надо делать маленькую, но у нее там вот так вот костяное вот это семечко, арбузы проклевываются очень хорошо. Ничего не надо надкусывать. Надкусывая, вы можете откусить зародыш. Еще кто как надкусит. Пишет Галина Никитина, а я приладила старую электрогрелку. Да, у меня тоже несколько лет я пользовалась электрогрелкой, но она у меня сломалась от старости. И потом, к сожалению, я больше не нашла, даже не знаю, в каком магазине искать. У нас очень сложно с такими магазинами специализированными. Нет грелок, электрогрелок. Наталья Сапрыкина пишет, расскажите, пожалуйста, как закалять рассаду, начинать выставлять на солнце с утра или позже, прибавлять по времени. Это я буду снимать сейчас отдельный видеоролик. Сейчас, конечно, в режиме цейтнота я все это не расскажу. Тут сейчас быстро вопрос-ответ. Сеянцы ставлю на электроодеяло для быстрого прорастания, супер прорастают. Вот Дмитрий Барсуков пишет, и там многие еще дальше про это пишут. Вот возьмите на заметку те, у кого действительно холодно, холодный регион, вот как у нас в Сибири, были такие холода, тут какая рассада. Я говорю, сам утром встанешь вот так вот, и скорее, пока печка не растопится, пока все это не разогреется. Так, ну... Тут про семена, это на будущий год будем разговаривать. Так, это... Вот смотрите, пишет Яна Клубничная. Здравствуйте, я высаживаю в теплице в мае, в середине, значит, посадить в начале марта, да? О чем она спрашивает, Яна, о чем вы спрашиваете? Я не пойму, вы даже не указали тут. Томаты, огурцы, перцы, все. Под общим видео отвечаю на вопросы. Я вам скажу так, если вы высаживаете в мае, значит... 60 дней отсчитываете для томатов, 70-80 для перцев. У них разные. Значит, перцы высаживаете на 10-20, высеваете раньше. Рассада томата должна быть в возрасте 60 дней, а перцы в возрасте 70-80 дней. И вы назад отсчитывая, можете точно высчитать. Еще на всхожесть откиньте. У томатов 5-10 дней, у перцев 10-15 дней. Даже вот так вот. Так, вот пишет Ольга тоже, а я контейнера с посевами ставлю на электроодеяло, прорастает быстро. Вот еще второй человек, который упомянул о каком-то электроодеяле. Тут же пишет Александра, ух, еще электроодеяло есть в природе, а этот зверь в каких отделах продается? Я вот то же самое хочу, как Александра, сказать, что это за зверь, в каких отделах продается. Но тут же подсоветовали, что в Леруа Мерлен и старые забытые электрогрелки, Ирина Шумавская пишет,
Ну вот я хочу, я опять улыбнулась. Все так пишут, да купите в Леруа Мерлен. Люди не представляют, что в нашем городе, у нас такой город, у нас нет магазинов Леруа Мерлен. У нас такая, как же это говорят выражение, девственная природа, нетронутая цивилизация. А у нас вообще население тоже не очень тронутая цивилизация. До нас вот такие магазины еще не дошли. Может быть, это минус, а может быть, даже и плюс. Но никаких там советских забытых электрогрелок не продается, потому что нет магазинов. Электропростынь продается там, где и постельное, нужно спросить. Это у нас точно нету. Я ни разу не видела. Я бы узнала, что если там продается. Потом. Ну вот для тех, у кого есть магазин Леруа Мерлен, возьмите на заметку, что там можно купить и какие-то вот эти вот электроодеяла, и грелки там продаются. На грелке очень удобно. Не нужно ничего монтировать. Я пользовалась много-много лет электрогрелкой. Так. Посоветуйте сорт для раннего перца. Я сажаю геркулеса F1, я от него в восторге. Но дело в том, что я же не сажу, вот я Ольге Макашовой отвечаю, я же не сажу эти гибриды. Поэтому вот гибридных сортов перцев я не знаю. У меня для раннего самый идеальный, это идет Венти. Вот сейчас белый налив посеяла и ласточку. Такой перец, что он и не мелкий, он нормальный такой, и зреет. В позапрошлом году в теплице ласточка и Венти в июле уже был спелый, полностью красный. Вот пишет Анна Астахова, у меня перчик первый настоящий лист после 7 долей, когда их пикировать, как часто поливать? Поливаю из пипетки, но тут вот пишет Сава, что пикировка два настоящих листа. Но это не совсем так, я вот позапрошлом году снимала подробное видео. Перец пикирует и в фазе двух семидолей, и в фазе одного настоящего листа, и в фазе двух настоящих листьев. Это зависит от обстоятельств, а вообще вот в производственных теплицах пикирует в фазе двух семидолей, двух семидолей, вообще без настоящего листа. Почему? Потому что сеют загущено, и им главное увидеть, что перец взошел здоровый, ну как, короче, сделать отбраковку. Они быстренько сразу распикировывают, забирают вот, которые взошли, которые такие не косые, не корявые, а остальные выкидывают, чтобы не ждать, как из-за экономии времени, места. И поэтому я вот очень часто тоже, когда высаживаю, например, сею для массовых посевов, для продажи, я пикирую даже в фазе двух семидолей. Густо насажу, потом раз только они повыскакивали первые, самые сильные, самые здоровые, я их распикировываю в лотки, остальное все выбрасываю, все, которые не проснулись вовремя. Так что это вопрос спорный, и кто-то пикирует в фазе одного настоящего листа, кто-то двух настоящих листьев. Я один раз пикировала в фазе 3-4 настоящих листьев, потому что его же можно вырастить вообще без пикировки. Так что вот это вот срок, когда пикировать, мы просто сами определяем, когда нам удобно. Но можно пикировать всегда, это я вам могу заявить соответственно. Так. Вот пишет, что уже не помню, с каких пор сажаю по 2 томата в одну лунку, но я сразу при пикировке стаканы соединяю, выравниваю только верхушку и остальную часть землю до 7 долей. Я никогда не высаживаю сразу в стакане, объясню почему. Потому что я ведь выращиваю в коловой культуре, и мне надо, чтобы между этими двумя томатами еще вошел кол, не повреждая корневую систему. Поэтому я их штучно выращиваю. Потом на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга отсаживаю и между ними вонзаю кол. И потом привязываю. Если я выращу в стакан две штуки, мне неудобно их будет подвязывать. Я же вот с одной стороны колышко и с другой стороны колышко. Одной веревкой подвязываю. Все это я в прошлом году показывала, объясняла почему. И поэтому в стаканах я никогда не выращиваю парно. Но люди выращивают. Если, например, тянуть по шпалере, какая разница, вместе они или раздельно. Так вот пишет Ляля Байкова, ваши семена супер, сразу утонули и проклюнулись, качество 100%. Но вам вот больше повезло, у меня один сорт не то что не взошел и не проклюнулся, но я теперь уже склоняюсь к той версии, которую мне высказали, я, наверное, этот ряд пропустила, потому что не может быть, чтобы ни одного семечка не взошло. В другом лотке русские колокола взошли прекрасно, это я такая уже рассеянная. Так, пишет Лина, здравствуйте, как всегда понятно, в магазине нашла фунгицид Привикур Энерджи. Ну да, он не везде есть, но я вот сейчас как анализирую все эти комментарии. У кого-то вообще нет в продаже в некоторых населенных пунктах его. У нас он тоже не очень частый гость. Говорят, что сейчас привезут в марте, я вчера спрашивала. Я говорю, а в марте-то он нам зачем? Уже там все уж посевы все пройдут.
Так, вот тут про теплый пол опять. Пишет Александра, сделала вывод, что долго сидят от холода. Им нужно 24-25, а дома холодно. Ну, такая же ситуация, как у нас. Расскажите про теплый пол, где продается. Вот из-за этого я начала все эти комментарии. Сейчас я все подробно расскажу, сколько стоит. Я вот приду сегодня, сейчас на почту поеду. Возможно, я сниму прям отдельное видео, но сейчас я быстро расскажу. У нас специально есть магазины «Росклимат». Или есть еще магазин «Климатехника», вот такое что-то. Ну, вот что-то вот это. Там всякие ветродуйки, обогреватели инфракрасные, вот эти коврики «Доброе тепло». Все-все-все. И там вот рулонами стоит вот этот теплый пол. Он, конечно, не для того, чтобы рассаду выращивать, а он просто, чтобы его вмонтировать куда-то под пол. Там некоторые даже заливают под бетонную какую-то стяжку, все. Он метрами. Я купила метр вот такой ширины, как мне надо, стоит 300 рублей. И еще 150 рублей стоит к нему вот эти клеммы, вот эти заглушечки, короче, набор. Вот 450 набор, на него встанет как раз несколько лотков. Он именно инфракрасный. Вчера у меня сын посмотрел в интернете, говорят, что монтируется очень просто, так же, как и продавец меня заверил, что очень-очень просто. Раз подцепите, воткнете в это, ну, лучше через терморегулятор. Не знаю, мы сможем вставить терморегулятор или нет. Это уже как тут нужно немного, наверное, электричество понимать. Но, по крайней мере, простое, просто подключение, хотя бы на время его включать, чтобы подогревать. Можно. Хочу попробовать. Сама первый раз нынче купила, не пользовалась. Но нынче мы замерзли, и семена у меня замерзли, не всходят. Поэтому вот. Тут опять Анастасия Коршун пишет: посмотрите в магазинах электроодеяло без схемы заморочек. Ну, была электропростыня, электроодеяло, электрогрелка для животных, для птиц, для людей. Ну, надо посмотреть, но я, если бы они были в продаже, я бы видела, наверное, потому что вот грелку я искала, не могла найти. Так, все. Так. Сейчас я посмотрю еще, может быть. Что у нас что-то холодновато на подоконнике, поэтому для меня прям отличное дело с электрополом, электроодеялом. Поставить на проращивание несколько дней, а потом нормально в нежарком помещении будет. Вот поэтому я и рассказала вам, где, потому что для меня это тоже кажется, что нормально, первые дни подогреем, потом уже выставим на обыкновенные без подогрева, будет очень хорошо им. Так что ищите какие-то дополнительные, как помогать надо нашей рассаде, нашим семенам сходить. Вы видели, вот я когда комментировала, что у нас было и 35, и 38, ясно, что в благоустроенных квартирах может быть тепло, но большая часть населения все-таки живет в своих домах, в частных, и сложно такую стабильно теплую температуру установить. Ясно, что мы когда ложимся спать вечером, у нас тепло, встаем мы очень холодно, ну и томаты, и перцы тоже, они сидят в этом холодном грунте, все это будет немножко растянуто. Все, до свидания, желаю вам прекрасных посевов. Я вот вчера показала, как сеяла перец, и вчера же я пикировала первую свою партию рассады для раннего урожая. Сегодня приеду домой, выложу, все посевная идет полным ходом, хоть и холодно, хоть и медленно со скрипом, но посевы все всходят, но они почти все дружные. Единственное, что все в замедленном, как вот, знаете, как на замедленном видео, потихоньку, или бы они выросли быстро, или они вот медленно-медленно, но все равно вырастут. До свидания, будем верить в